Так, вы теперь стреляете в воображаемого друга, около 400 тысяч лайков на Spencer Run. Брэд Питт прошел долгий и влиятельный путь, успехами доказывая это. Присоединяйтесь к Screen Rant. Рассмотрим определяющие роли Брэда. По хронологии, первая ведущая роль Питта была довольно скромной. Питт запомнился в «Тельма и Луиза», в ковбойской шляпе и джинсах. 1995 был отличным для Питта. Две главные и запоминающиеся роли в культовых фильмах. Первый фильм — это «Семь» Дэвида Финчера. Питт сыграл детектива, втянутого в расследование убийств на религиозную тематику с печальными последствиями. Если вы скажете, что Питт недостаточно слюнит, тогда есть другой его фильм в том же году. Питт также сыграл пациента психушки и революционера в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян». Из-за чего вы смотрите это видео, мы все знаем, но первым делом мы не можем не упомянуть об иконической и иконоборческой роли Брэда Питта в бойцовском клубе. Тайлер Дёрден — покровитель анархомаскулизма, и фильм навеки останется одной из его самых великих ролей. «Мистер и миссис Смит» — один из важнейших фильмов в жизни Питта, не говоря уж о его карьере. Именно на съемках этого культового боевика он познакомился со своей супругой Анджелиной Джоли. Ну, ныне бывшей супругой, поскольку они развелись, так что в ближайшее время этот фильм он вряд ли пересмотрит. А что насчет современного Питта? За последние 20 лет у актера вышло несколько фильмов, но ни один из них не выделяется так, как бейсбольная драма «Человек, который изменил все» и драма про цифры рынка жилья «Игра на понижение». Питт показал обаятельные, сильные драматургические стороны в обоих фильмах. Тем не менее, его действительно лучшей ролью из недавних становится стареющий каскадер Клифф Бут, который кайфанул на кислоте и избил нескольких злобных хиппи в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». Спасибо, что смотрели Screen Rant, и не забудьте еще разок на него заглянуть.